Август 2017 года, больше года ведется строительство станции метро Беломорская. Сейчас мы подходим к стройплощадке со стороны Смольной улицы. Смольную улицу уже расширили, кладут финальный слой асфальта. Поставили вдоль Смольной улицы такие вот небольшие экранчики, где-то в метр, для того, чтобы пешеходы не перебежали. Значит, итак, что мы наблюдаем? Стройплощадка, здесь есть проход для граждан. Вот сегодня суббота, ведется интенсивная работа, погружается земля, вывозится, кран стоит большой. Вот, стрелой, давайте подойдем к стройплощадке и заглянем туда аккуратненько. Теперь попробуем пройти немножко дальше и посмотрим с другой точки. И сейчас видите, вот тут хорошо. Вывозится земля.